Комфорт в домах северян – важная задача, поэтому в правительстве региона тщательно контролируют работу управляющих компаний. Министр государственного жилищного и строительного надзора области Алена Кузнецова лично проверила, как решаются проблемы на некоторых объектах. Этот дом на улице Ушакова – один из очень проблемных. Некоторое время назад здесь пришлось чистить подвал, который был захламлен мусором и затоплен. Теперь пришла очередь обновить подъезд. Для начала необходимо заменить окна на площадках. Сейчас состояние остекления и рам оставляет желать лучшего. А это большие теплопотери. В начале следующей недели нужно нам предъявить двойное остекление. Ну и, соответственно, мы приедем, то есть они должны, сейчас нет ключей, аварийка должна приехать и, соответственно, посмотреть, что у нас там во втором подъезде. Ну вот, и тоже также в середине следующей недели предъявить нам уже подвал второго подъезда. Вот, соответственно, дальше тогда мы договорились, что в конце этого месяца мы будем встречаться с жителями и дальше уже посмотреть, что из того, что мы наметили, сделали, что еще предстоит сделать. Вторым адресом на пути министра государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области стал дом на Героев Североморцев 61, корпус 21. Здесь в третьем подъезде также есть проблемы. Дверь. Вот эту сегодня поставили пружины, не было пружины. А вот эта половинка, которая вот справа, эта половинка когда-то с помойки притащили и поставили. Ну, в общем, нас мы как будто на отшибе или мы не плательщики. Мы сегодня получаем вечером, завтра утром бежим платить. Ну, ведь так. Постепенно жильцы дома увидят изменения. Здесь предстоит большая работа, которая, конечно, займет время. Начнется она с косметического ремонта. Обследовали подъезд, его надо ремонтировать. Мы включим его в план ремонта в ближайшее время. Был порыв на отопление, зафиксировали. В данный момент ниша пока зашита временно. Дальше будет уже при ремонте сделано капитально. С жильцом обменялись телефонами. Будем работать. Я к населению открыта. Необходимо произвести работу по ремонту лестничных клеток подъездов, поэтому мы сейчас определили план работ. Надеюсь, управляющая организация буквально в первом квартале приступит к выполнению работ по ремонту подъезда номер 3. Этот вопрос у нас на контроле, будем его контролировать. Также министр госжилстройнадзора Мурманской области Алена Кузнецова осмотрела еще ряд домов с проблемами содержания. Все работы на этих участках находятся под строгим контролем специалистов.